Ночь учебе – не помеха. Совсем скоро в столице пройдет третья общегородская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Напомним, в этом году она назначена на 3 ноября. В эту ночь, по уже сложившейся традиции, откроются двери множества культурных учреждений столицы, рассказывает наш корреспондент. Столичные музеи, библиотеки, театры и концертные площадки 3 ноября будут работать с 6 вечера и до утра. В списке акций около 270 точек. Москва действительно является одним из крупнейших культурных мегаполисов мира и по количеству учреждений, и по насыщенности программ. Но действительно, за последние годы сложилась целая фактически культура, когда какие-то акции, ну, добрые, хорошие, направленные на развитие и привлечение интереса к культуре, проходят в городе с тем, чтобы привлечь внимание дополнительной аудитории. Важно отметить, что не на все мероприятия вход свободный. За некоторые придется заплатить, но оно того стоит. Мы представим информацию там, где мероприятие будет проходить бесплатно. Как вы видите, особый значок. «Ночь искусств» – возможность не только посмотреть, но и создать что-то самому. В рамках проекта мастер-классы будут давать настоящие профессионалы своего дела. Приятное совпадение. Недавно окончились реставрационные работы в Музее современной истории России. Новый облик получили фасады здания, а также знаменитые статуи, украшающие ограду. В «Ночь искусств» музей также откроет свои двери для гостей. Хотите узнать, как устроен современный театр? В «Ночь искусств» можно заглянуть и за кулисы. Третьяковская галерея – место, куда стекаются любители живописи со всех уголков мира. 3 ноября здесь можно будет не только посмотреть на знаменитые полотна. На разных уровнях Крымского вала будут развернуты художественные мастерские, художественные студии, где посетители смогут присесть и попозировать, наверное, где-то около сотни молодых интересных современных художников, которые будут писать портреты, как бы воспроизводя ситуацию художник-модель, которая так была свойственна для портретов конца 19-го, начала 20 века. Так что «Ночь искусств» – это ночь, которую просто нельзя проспать. Ада Сабельская, Георгий Воинов, телеканал «Просвещение».